это чуть попозже будем вручать, да, потому что пока еще мы должны от лета перейти все-таки к дню знаний. Спасибо большое, наши аплодисменты Александр Евгеньевич, Сергей Константинович, Алексей Дмитриевич. Уже было сегодня сказано, что пока еще лето, и сегодня последний день лета, и пока вы еще можете отдыхать, и отдыхать можно сегодня, отдыхать можно завтра, отдыхать можно в воскресенье. Потом, на протяжении 5 лет, у вас не будет ни каникул, ни выходных, и только при этом условии вы сможете получить диплом военмеховца, который лучше всех. Ну, а для того, чтобы все-таки почувствовать вкус лета и хорошего летнего доброго настроения, молодежный шоу-оркестр «Стрит-бэнд».